не ищут крайних. Они делают сами. Меняют родные города. Любят свое дело. Они – это мы. Россия. Меняемся к лучшему. Меня зовут Иван Невзоров. Я живу в городе Новосибирске. А это мое изобретение. Коляска Петервилл. Это на самом деле уже часть моей жизни. Я себя уже не представляю без этой работы. История началась в 2012 году, когда мы с моим другом сидели, разговаривали. Он инвалид-колясочник. Он пожаловался на то, что его делает ограниченным именно отсутствие возможности самостоятельно подниматься по ступеням. Он сказал, что невозможно вообще сделать машину, коляску, на которой можно самостоятельно, без чьей-то помощи, просто спокойно подниматься, спускаться по лестницам. И я, будучи молодым и амбициозным, решил, что это достаточно несложная задача. Я, в общем, прикинул, как ее можно решить, и думаю, что за месяц примерно я, в общем, смогу эту машину воплотить в жизнь. Чтобы сэкономить деньги, я арендовал совсем небольшое помещение, гараж там 6 на 4 метра. Ну вот, тот самый гараж, с которого все началось. Сварил стол, какие-то БУ-тиски, какой-то минимальный инструмент, вот оборудование, вот этот резной станочек. Причем ничем этим я не владел, то есть я никогда не был слесарем, никогда не умел работать болгаркой. Вот ради такой задачи вот научился. Это педаль от подъемника. Вот видно мои кривые сварные швы, это точно я варил. В итоге самый первый этот прототип я смог собрать только через год. Первый прототип, в общем, представлял собой такой танк на самодельных гусеницах. Гусеницы были с ремня ГРМ, и на них, значит, мы с моей супругой вместе прикручивали такие зубчики, которые являлись такими грунтозацепами. Вот, и уже с помощью этих зубчиков, ну, предполагалось, что коляска будет подниматься по лестницам. В итоге, конечно, гусеница оказалась совсем никчемной и совсем непрочной. Все эти зубчики поотлетали при первых же испытаниях. Но самое главное на тот момент я для себя понял, что подниматься коляска по лестницам, она должна именно с помощью гусениц. У меня супруга тоже инженер. На тот момент мы еще не были женаты, просто была моя боевая подруга. Гараж был в нашей жизни, да, чем-то таким местом, можно сказать, свиданий, романтических свиданий. То есть это чай, бутерброды, гайки, ремни, в общем, последний троллейбус, на который нужно успеть, чтобы приехать домой, а не пешком через мост идти на левый берег. Ну, вот такая вот романтика. Ну и в итоге только через 4 года, да, в 2016 году смог реализовать ту самую уже машину, которая уже была полноценная, уже была похожа на серийную, и которая могла выполнять все те необходимые функции. В самом начале, когда я решил взяться вообще изготовить прототип, я использовал свои деньги. На тот момент я работал в крупной нефтегазовой компании, работал вахтовым методом. И когда приезжаешь с вахты, у тебя есть куча свободного времени и есть деньги. И эти деньги, да, я использовал на то, чтобы закупить комплектующие, материалы, инструменты, какое-то оборудование, опять же, за этот гараж платить. Это было на первом этапе. Далее искал деньги, где возможно. То есть настал определенный момент, когда уже нужно было решить. То есть либо я 100% времени уже отдаю вот этой разработке, этому проекту, и мне нужно уйти с работы. Либо я также в непонятном режиме с непонятным результатом работаю. Я решил бросить свою высокооплачиваемую работу и все свои силы, средства, время, все положить на этот проект. Здесь у нас рождаются наши уникальные ступенькоходные, вездеходные коляски. У нас полный цикл производства. Вообще, на входе мы имеем вот такой черновой металл. Сюда привозят трубы, листовой металл. У нас заготовки передаются в сварной цех. Там у нас уже рождаются целые конструкции, рамы, механизмы, основные несущие части наших колясок. Здесь, как всегда, кипит работа. Здравствуйте.
Ну, собственно говоря, вот Михаил сваривает сейчас раму коляски полноприводной. Ну, то есть это скелет, каркас наших будущих колясок. У нас две коляски Light. Это компактные складные коляски. У нас три коляски GTS ступенькоходные, стандартные. Две коляски 4WD. Одна со ступенькоходом, другая без. Люксовых колясок две модели. У нас есть специальная коляска для игры в футбол. Это наша разработка этого года. Есть также гусеничный подъемник Ideal. Вот уже 11 моделей. Появилась компания, появились сотрудники. Вот. И мы не знали абсолютно ничего о том, как построить бизнес, о том, как вести там дела с налоговой, о том, как продавать, о том, как создавать вообще предприятие полноценное, где люди работают, где они получают заработную плату. У нас было два помещения в Новосибирске. Потом мы уже смогли там набрать средств на приобретение небольшого своего уже производства. Вот на сегодняшний день мы еще больше расширились. И теперь у нас 2000 квадратных метров наше производство, 32 человека. В первую очередь у нас собираются гусеничные платформы. После того, как у нас собрана верхняя часть коляски, у нас происходит процесс женитьбы, когда соединяется нижняя гусеничная платформа, которую я вам показывал, и верхняя часть с установленными колесами, приводами, двигателями. Сейчас мы проходим с вами в участок порошковой полимерной покраски. Здесь сейчас как раз ребята готовят изделие к нанесению порошка. Это вот одна из фишечек нашей продукции, что к нашим коляскам можно зацепить специальную платформу сопровождающих с помощью этих крючков. И тогда человек на инвалидной коляске может катать своих родных, близких, любимых. Собственно говоря, очень популярная история для прогулки в парках, например, у наших пользователей. Ой, лайк поставлю. У папы знаешь, сколько роликов? 200 роликов? Да, ладно. Откуда ты знаешь, что 200? На самом деле, когда создавали коляску, у нас не было ни детей, ни котов, в общем, ни такой семьи, такой, ну, прямо уже разросшейся. Вот коляска, это была первым нашим, можно сказать, ребенком, поэтому мы наблюдали ее и первые падения, и первые шаги, и как она побежала, можно сказать, в общем, как ребенок, да. Сейчас этот ребенок уже вырос, и он просто творит чудеса. Так, ну а здесь у нас собирается, собственно говоря, сам мозг наших инвалидных колясок, то есть это электроника и зашивка программного обеспечения. Вова, привет! Вова тоже наш мозг, мало того, что он занимается разработкой электроники, он еще и участвует в сборке. Наша электроника – это вообще отдельная гордость, потому что в мире практически все производители инвалидных колясок используют электронику других производителей, а мы используем именно свою электронику. Больше всего нравится, когда клиенты просят какие-нибудь дополнительные функции, и мы с нуля их разрабатываем и внедряем полностью в коляску. После установки электроники коляска перемещается уже на испытание. Здесь у нас работает Артур Борисович. Сначала запускаем коляску, движение вперед, записываем все параметры, какие происходят. Испытания дальнейшие – это под грузом 150 килограмм. Испытываем трансформацию с колес на гусеницы, с колес на дополнительное колесо на заднем приводе коляска и наклоны кресла. И вот так она 50 раз это сделает. В принципе, мне нравится. Сейчас на следующей раме только меняем вот эти кронштейны. Ну, запускаем в производство. Принято. Да, забирай. Как дела у тебя здесь? Да нормально, шпонт вазы обработал, все сделал. Сейчас замерю, все, если нормально. Сдаю на склад и все. В 2016 году, когда мы уже выпустили первую нашу серийную коляску и работали уже над организацией серийного производства, мы решили поучаствовать в международных соревнованиях инвалидных колясок в Швейцарии. У нас, в общем, даже была готова коляска к этим соревнованиям, но у нас, ну, не было человека, который бы выступал пилотом.
в это же время, значит, приезжает ко мне парень на инвалидной коляске. Мне нужно использовать все свои вообще навыки, чтобы уговорить этого парня участвовать в этих соревнованиях. Там эмоций куча, адреналин прет, все, поехали, выступили. Ну и с этого как бы пошло уже, начал коляски испытывать, обкатывать. Все равно, когда сидит инвалид, колясочник или обычный человек, есть какая-то разница в ощущениях. Помимо стендовых испытаний, конечно же, очень важно тестировать коляску в реальных ее условиях, то есть на асфальте, на плитке, на бездорожье, в лесах, полях. Чем я, собственно, и занимаюсь, что мне нравится в этой работе. Я просто гуляю, отдыхаю, катаюсь. Везде, даже по набережной, где гулять надо, для колясочников ничего не сделано. Везде нужен ступенькоход. Первая эмоция – это страх, конечно, потому что ты, когда едешь по лестнице, и ты полностью должен довериться какому-то механизму, поначалу там 2-3 ступеньки туда-обратно, туда-обратно, потом больше и больше. А в оконцовке поднялся я на 27 этаж. И сейчас у нас в работе очень крутая и умная разработка Caterwheel 4WD EXO, которая помимо полного привода и всех вездеходных фишек имеет функцию вертикализации. Я в таком состоянии могу спокойно ездить, передвигаться. Можно перевести ее в кровать. Самое хорошее мое положение в этой коляске, которое мне больше всего нравится. Вертикальное положение, оно, во-первых, полезно для всего полностью. Так как мы сидим постоянно, у нас кровообращения в тазовых органах нету. Это, можно сказать, первое, самое, что необходимо после травмы делать. Принимать вертикальное положение. Еще, на самом деле, очень важно, когда человек вертикализуется, он начинает смотреть глаза в глаза людям, с которыми он разговаривает. На самом деле, это психологически очень важно, потому что человек, когда попадает в коляску, он привыкает к тому, что он на всех смотрит снизу вверх. Это все равно имеет психологическое давление. Когда человек смотрит глаза в глаза, он чувствует себя более уверенным. Плюс еще вот сейчас мы видим нашу третью функцию. Это функция лифт, когда даже в сидячем положении, собственно, человек может подняться на достаточную высоту. Когда что-то, что ты придумал, потом нарисовал на бумаге, и там через месяц, через два месяца ты можешь это пощупать, испытать, сесть, прокатиться. Ну, это безумное, безумное ощущение, на самом деле, безумная радость. А еще больше радость, когда ты отправляешь свой продукт, детище свое, собственно, самим пользователям, и от них получаешь обратную реакцию, и видишь их эмоции. На самом деле, это безумное счастье.